Мы так само рады витать на матче 17-го тура спортсменов, тренеров, арбитров, ветеранов и спонсоров самого захопляющего во всем свете виду спорта. Сегодня нам надарилась возможность набирать цікавое видовище, зустріти достойных соперников. Наши игроков, высшейшей лиги футбольного клуба «Гордея» и флагмана белорусского футбола, футбольный клуб «Динамо Минск». Мы желаем гульцам потерпеть травму, вести на зеленом газоне борьбу с годностью принципами суверенной и справедливой гульбы. Будем памятать, что в футболе нема места ни хулиганству, ни расизму. Задаю вам отримать наивеликое удовольствие к месту вынику хуйни. Ну,